Готовим безумно вкусный летний салат. Свеклу запекаем в духовке с растительным маслом и солью. Пока она запекается, подготовим все ингредиенты. Для заправки смешиваем оливковое масло, сок апельсина и зернистую горчицу. Далее нарезаем сыр фету и апельсин так, как вам нравится. К этому моменту уже должна быть готова свекла. Мы ее очищаем от кожуры, нарезаем кубиком. И далее в миску мы рвем листья салата, сверху выкладываем свеклу, сыр, апельсин и заливаем все это нашей вкуснейшей заправкой. Немного перемешиваем, и потрясающий вкусный летний витаминный салат готов. Просто попробуйте.